Всем привет, друзья! Вы на канале GameTuneRu, меня зовут Евгений, и мы продолжаем играть в Sniper Ghost Warrior. Это третий акт и вторая миссия в этом акте. Ждем, когда у нас прогрузится брифинг. Слышали? Можете подтвердить его рассказ? Понял тебя, Рейзер. Судя по снимкам со спутника, он не соврал. Тебе придется пробираться через систему пещер. Мы уже почти закончили с подготовкой торжественной встречи Хасана и Миринова. Поспеши или опоздаешь. Да, сэр. Такое событие я пропустить не могу. У нас нет никаких данных, сколько противников были в этих пещерах, как хорошо они будут. Вам следует... Юниформ, у нас статические помехи. Судя по всему, камни мешают. Доложу, как буду наверху. 3-2, конец связи. Иди за мной и будь начеку. Камни скользкие. Их-то нифига себе! يبدو أنه لا شيء. Ничего себе так нашумели. Как может показаться? Был он уже на прицеле, но ему повезло. Спасение утопающих. Заткнись. По-моему, им вообще нельзя разговаривать. Они должны только жестами общаться. Сколько патронов у тебя в пистолете? 15. Это, конечно, не прогулка по парку, но здесь немало темных мест, где можно спрятаться. И у меня еще остался бинокль. Как можно по-другому сказать «вниз, Коул»? Ну ты же герой, а я просто наводчик. Плюс это твоя винтовка. Проныра. Перед тем, как идти по мосту, проверь прожектор. Если здесь поднимут тревогу, мы трупы. Надо держаться в тени. Понял. Будем держаться в тени. Так. Что здесь, патроны, что ли? Ну, взял я часть. Наверное, больше нет. Стой. Из туннеля справа выходит патруль. Так. Трое вышло. Ну, не будем нападать здесь, потому что вообще кругом много народу. Так, вот смотрите, прожектор как ходит. Так, они здесь стоят просто, да? Так, вот прожектор... Ага, потом он возвращается обратно. Понял. Так, уплыли, типа, да? Все чисто, дождись прожектора. А вот он опять возвращается. Вперед, быстро. Вот теперь можно двигаться. Вперед. Да-да-да-да-да. Хорошо, один противник у тебя на пути. Так, надо его убирать. Ой-ой-ой. Опа. Это наш момент. Искупайся. Да блин, зачем ж так шуметь-то? Я вообще в шоке от этих режиссеров. Кто делал эту игру? Лучше их не трогать. Можешь пройти вокруг по тропинке. Думаю, я уже немало тут сделал. Не слышится сожаления? Нет. Эргономика. Так это что такое, пленный, что ли? Или просто спящий? Обходим их. Ой-ой-ой, тихо. Так куда нам? Вот сюда. Вроде не должны заметить. Бог ты мой, здесь негде спрятаться. Лезь в воду, живо. Ух ты. Ага, проплываем. Так, да, лучше вот тут под пирсом этим всплыть. Фух. Холодна, как лед. Хочешь попробовать? Я тебе верю, залезай на причал. Можно залазить, да? Ну, поверим ему на слово. Будем надеяться, что нас не спалят. Куда? Нужно разведать, что там впереди.
Так, вижу одного. Этого сейчас мы уберем. Так, убрали. Ух ты, как высоко-то. Надо подниматься. Так, эти вообще в другую сторону повернулись. По верхней тропе, там будет меньше противников. Ну, вроде бы чисто. Здесь очень легко устроить засаду, будь осторожен. Стой! Стою. Попробуем переждать. Двигайся по тропинке вглубь пещеры. Да ё-моё, как же... Ой-ой-ой, опасно. Как же далеко тут вообще надо продвигаться? Где наш ствол? Если убьешь часового сзади, постарайся оттащить его тело подальше. Тихо-тихо! Отлично. Попав под луч прожектора, можешь словить пулю, будь осторожен. Угу, а где прожектор вообще Ой. Так, и как же? Как же быть? Как же быть? Давайте попробуем так пройти. Вроде не было никакого прожектора. Тут у нас еще один по телефону разговаривает. Есть. Как я много уже убрал. Работаем мы поаккуратнее. Вижу свою винтовку. Надеюсь, что с ней все в порядке, потому что свет нужно как-то погасить. Так, ну он нам скажет, когда идти. И мы это сделаем. Вперед, быстро. Так, хватаем винтовку, патроны. Царапин, но крючок, оптика. Бежим отсюда! Система кажется целой. Хорошо, уничтожь прожекторы всех врагов в его окрестностях. Так, вот у нас прожектор. Надо присесть, чтобы было проще стрелять. Ночь тихая, всего лишь 1 метр в секунду. Так, и устраняем всех этих врагов. Вот еще. Тише, тише, тише. Есть. Можно продвигаться. Отлично. Но дорога не фонтан. Возьму я пистолет. Ты как глазастый. Все, хватит с меня болтовни. Снимем их одновременно. Ага. Ну, давай. Есть. А чё он его не сбросил? А, есть. Над тобой удобная возвышенность. Поднимись туда. Ладно. Я меняю позицию. Как там светло. Так, я надеюсь, это уже снайперская позиция будет. Тихо. Ну, давай посмотрим. На другой стороне я насчитал 7 противников, у них XM8. Называй цели, я готов. Так, давай, ложись. С деревяшками. Понял, я им займусь. Отличная работа. Следующий. Двое противников стали очень удачно. Убей их одной пулей. Сейчас. Ставлю 50 баксов, что не снимешь одним выстрелом ту парочку. Без замедления времени. Готов спорить, что с моей стороны цель не видна, не могу стрелять. Ну, будь по-твоему. Есть. Используй колокол, чтобы выманить его. В прошлый раз работало, как по волшебству. Люблю повторять ходы. Тренировка... Неплохо. Так, перезарядимся. Давай, сними его. И снимаем этого козла. Готово. Кто следующий? Их тут еще много. Не могу прицелиться.
Ладно, вскрываемся, другого выхода нет. За тобой. Ну, в общем, этих троих сейчас выносим. Так, кого сначала? Ну, вот этот больше всех открыт, а этот может быстро спрятаться. Давайте вот этого сначала снимем. Потом... давай вот этого тогда. Окей. А, черт. Они как... какие быстрые. Ой, я двоих убил. Я не хотел, если честно. Куда? А, вот вижу, вижу. Склад оружия. Похоже, здесь значительная часть их запасов. Оружие, патроны, взрывчатка. Должно быть, это один из их основных складов. XM8 с глушителем. Благодарю. Так, проходим через мост. Надеюсь, нас уже ничто не спалит. Вот C4. Бери и начинай все минировать. Прям все, что ли? Так, вот сюда ставим. Как-то он странно ее приклеил. Автоматически поправилась эта взрывчатка. Ну, теперь ровно вот. Есть. Хорошо, заряды готовы. Ладно, выдвигаемся. Взорвем, когда отойдем на достаточное расстояние. Быстрее! Нужно разведать, что там впереди. Это кто по нему так лупит? Думаю, дистанция достаточная. А, вот. Пора запускать фейерверк. Взрываем. Не нравится мне этот звук. Бежим. Тут и так все держалось на честном слове. Это не только из-за взрыва. Лезем, лезем. Я на месте. Пошли, пошли, пошли. Давай. Сейчас нас может завалить. Ай-яй-яй. Шевели задницу, иначе не успеем. Да шевелю, это ты шевели, я-то быстро бегу. Вот тебе обязательно надо останавливаться, чтобы что-то сказать. Но не всегда. Да прыгаю. Ух ты ж, ёжик. Чё я не могу бежать? Вот, всё, отлично. Быстрее, быстрее. Фак, фак. А, черт, у меня сил нет. Поднимаемся. Давай, давай, давай. Пульс зашкаливает просто. Такие физические нагрузки. Я стараюсь. Ух ты, как вас много. Сейчас их... Они там взорвутся, наверное. Или нет? Бляха-муха, я не могу ускориться. А вот все. Так, ну что ж, устроили мы саботаж в этой пещере. То есть, не саботаж, а диверсию. Ну, там немножко врагов убили, заминировали, взорвали ее. Неплохо. Так, следующая миссия будет уже в следующей серии, как вы понимаете, друзья. Поэтому могу только с вами попрощаться. Пожелать всего хорошего. Подписывайтесь на канал, комментируйте, лайкайте видео. И до скорых встреч. Пока!